Университет – это большой дом, в котором прошлое встречается с настоящим и будущим. И не бывает бывших выпускников. 213 лет – много это или нет? Студенческий клуб Казанского университета, организатор концерта, хоть и не дал ответ на вопрос, но машину времени изобрести попытался. Был сначала Императорский университет, потом Казанский государственный университет, а с 10 года мы имеем статус Казанского федерального университета, статус федерального университета России. И все эти три периода развития нашего университета, они для нас очень важны, и мы гордимся, потому что в каждый из этих периодов жили, работали питомцы Казанского университета, которые внесли огромный вклад в развитие мировой науки, образования, имена которых золотыми буквами вписаны в истории науки мира. То, что так университет стремительно развивается, достигает новые высоты, заслуга всех нас, наших профессоров, преподавателей и наших студентов. Зрители пришли на концерт, а оказались на публичной лекции по истории вуза. Только вместо преподавателей трибуны были экраны, на которых регулярно показывали познавательные видеоролики. Студентов, их преподавателей, административных работников, гостей КФУ объединила история «Альма-Матер». Казанский университет – один из старейших университетов России. С момента основания он заявил себя как центр науки, образования, культуры огромного региона от Поволжья до Дальнего Востока и с честью принес всю миссию через века. Сегодня это самый крупный университет России. Лейтмотивом концерта стала мысль о том, что университет – большой научный дом, где есть место всем – выпускникам, нынешним студентам, преподавателям и научным сотрудникам, многочисленным гостям. История Казанского университета, дела и поступки его выпускников и тех, кто здесь обучается, изучить и понять никогда не поздно. Диана Шилова, Владислав Михневский, Универньюз.